Вот это поворот! Привет, друзья! Это наш третий выпуск вечернего шоу 1762. Поехали! Наш бегун Сергей Перелыкин стал победителем международной гонки героев «Новая высота» в Чечне. Ну, шансов у соперников было мало, поскольку он не только хорошо бегал, но и отлично стрелял. Как вы уже успели заметить, этот выпуск я веду один. Как вы думаете, куда пропал Лера? Несанкционированное проникновение на территорию Саратовской ГЭС было остановлено. Нарушитель, называющий себя Бобром, был выдворен сотрудниками Росгидро за территорию ГЭС. Нам удалось связаться с преступником. И вот что он нам сказал. Спасибо. Опыт голландских свиноводов активно внедряется в Саратовскую колонию номер 33. Заключенные поросятки взращиваются исключительно на классической и блюзовой музыке. По словам заместителя начальника колонии Андрея Грузнева, уход за свиньями ведется заключенными, которые обладают уже необходимыми навыками. Речь идет о людях сельской местности. Ну что ж, пожелаем им удачи и будем надеяться, что это не будет являться решением проблемы трудоустройства на селе. С такими инновациями не исключено, что свиньи скоро начнут слушать радио. А вот что именно они там услышат, узнаем у наших гостей. Друзья, а сегодня у нас в гостях люди, которых мы не привыкли видеть, но привыкли слышать. Ведущие авторадио Балакова, Наталья Мельникова и Клим Самойлов. Ну что? Здравствуйте. Я думаю, самый главный вопрос, с чего и стоит, конечно же, начать. Почему вы решили заняться этим? Вот как-то захожу в спортивный спортзал, занимаюсь. Тут руководитель Дмитрий сказал: «Наталья, ты сейчас где?» Я говорю: «Пока в спортзале». Он говорит: «Пойдем ко мне, ведущий». Я говорю: «Да вообще не вопрос, пошли». У меня на этот счет вот веселая история. Мне родители рассказали, что приемник в детстве на меня радио упал. Большой такой, ну не знаю. Может, определил его судьбу. И это, да, сказалось. Вообще, на самом деле, я знаю, что вы до этого занимались на телевидении. Радио – это, без сомнения, очень близкие с ТВ вещи. И почему вы решили сменить? То есть одно дело телевидение, другое дело радио. Хотя вроде говоришь и говоришь, тут ты говоришь и тут ты говоришь. Но тем не менее, нет, это немножко разные. И по-своему они очень интересные. В какой-то определенный момент хочется сменить, да? Да, очень хочется чего-то такого уже, не знаю. Даже объяснить. Вот сейчас, на данный момент, по крайней мере, объяснить не смогу. Может быть, Олег, у Олега это получится лучше. Для меня началось все с диджейства в клубах, конечно же. Диджея в клубах. Я помню, в 90-х годах это кинотеатр «Мир». Это такие забойные дискотеки были. Дискотеку из Одессы открывает модный рэп. Как ногами отбиваю языком словесный степ. Вот, и после этого я задумался, да, почему бы мне не подиджеить уже на радио в качестве ведущего. И, собственно, начал в этом плане продвигаться, расти. Так получилось, что уже стал я и новостником на радио. В общем, эфир, скажем так, это мое, именно радиоэфир. Ну не зря же упал. Да, и потом еще, говорят, голос красивый вроде как. А как вообще, это достаточно сложно пробиться на радио? Я просто думаю сменить профессию. Если очень захотеть, можно в космос полететь. Вот, Олег. Это кредо, можно сказать, моя жизненная. А вот по поводу улыбаться. Ну, вот вы сказали улыбаться, и можно попасть на радио. Вот какие-то такие моменты, как передать эмоции на радио? Улыбкой. Улыбка, кстати, в эфире. Только улыбкой. То есть можно сидеть с грустным лицом, улыбаться, и будет все отлично слушаться. То есть фактически вам помогает... Это чем радио отличается от телевидения, кстати. А вам помогает вот радио, можно сказать, как-то избавиться от каких-то проблем, которые, возможно, накопились там в жизни, либо еще что-то такое? Потому что, я так понимаю, действительно, можно быть грустным, но когда ты передаешь настроение какое-то положительное, да, вот людям, ты сам меняешься внутри. Вот у вас такое бывало? У меня было, вот когда отдача была радиослушателей, вот это прям мой тонус радийный поднялся до небес. Девушка приехала и привезла мне
не знаю, можно у вас тут в эфире это говорить, упаковку пива. Таким образом, она просто решила отблагодарить за то, что ей было приятно слушать утренний эфир. Она поняла по голосу Олега, он так улыбался. Я очень сильно улыбался, да. Тут уже, как говорится, улыбка расплылась. Весь микрофон. Следуя логике, я думаю, что слушательница поняла, что вам очень плохо, наверное. Нет, я просто подумал, блин, я плохо еще работаю. У меня появился стимул, потому что получается, так сколько это девушек могли бы приехать с такими же подарками. И захотелось улыбаться. Да, это приехала только одна. Еще одна причина стать радиоведущей. Наталья, а у вас не было такого? Какие-то подарки? В моем жизненном опыте не было подобного. Ну, к сожалению, наверное, все-таки это к сожалению. Есть повод задуматься телезрителям. Может быть, принимаю подарки. Так что дарите. С удовольствием. Можно вам задать именно вот как профессиональный вопрос? Скорее, вот как вы готовитесь к тому, чтобы перед эфиром, да, допустим, какие-то скороговорки, может быть, вот есть такая штука, пить яйца, вот эти, допустим, да, сырые взбалтывают. Как вы подготавливаетесь к эфиру? Главное, семечки не щелкать перед эфиром. Что, у вас в Москве семечки не щелкают? У нас магазины, доход в основном благодаря семечкам. А бывает, есть желание? Некоторые это уже, как говорится, проверено на горьком опыте. Потому что потом трудно говорить, все сушат и так далее. А вот скороговорки – это однозначно, и это обязательно. Это, по-моему, как у радищиков, так и у телеведущих. Обязательно, да. Может быть, мастер-класс какой-нибудь? Мастер-класс – это у нас один. Ну нет, Наташа, однозначно. Ох, ее бычок затмевает все мои скороговорки. Нет у меня. Что же там за бычок? Это очень интересно. Это он про скороговорку отдельную, которую я обязательно проговариваю. Бык-тупогуб, тупогубненький бычок. О, видите, я даже сейчас не могу. Праздники сделали свое дело. Не волнуйтесь, мы это вырежем. Давайте еще раз. Тогда нужно попить. Бык тупогуб, тупогубненький бычок, у быка белая губа была тупа. Это просто скороговорка, которая именно для губ. Мне кажется, мало кто сейчас может это повторить. Клим, мне кажется, это вызов. Я вообще не занимаюсь этим делом, потому что у меня есть другой прием. Это улыбаться. То есть начинаешь улыбаться, напрягаешь вот эти мышцы. И, соответственно, главное, чтобы эти мышцы работали. И тогда получается и дикция хорошая, и, соответственно, уже все остальное налаживается, я бы так сказал. А скороговорка есть одна у меня, это «Ехал грека через реку, видит грека в реке рак, сунул руку грека в реку, рак за руку грека цап». Такая. Аплодисменты. Спасибо. Так, я думаю, я постараюсь с улыбкой на лице, да, постараюсь тоже как-то говорить с дикцией. Я теперь понял, почему на ТВ лучше, наверное, все-таки уйти на радио с улыбкой. Трудно говорить. Ну ладно, был день радио. Поэтому мы хотим вас поздравить с этим замечательным праздником. И на самом деле хотели бы задать вопросы. Пару вопросов. На тему того, вот как вы думаете, кто первый изобрел радио? Я за Попова. Вот прям обеими руками. А я, наверное, тоже останусь при этом мнение, скажем так, не будем разглагольствовать. А почему, наверное? Ну, мы как-то тут разговаривали уже вот недавно буквально на эту тему. Ну, сошлись все в Попов, чтобы не было спорных. Да, раньше даже не на волне патриотизма радищики все рассуждали, что это Попов. Ну, а теперь уж сам, как говорится, велел. России надо продвигать вперед. То есть иногда у вас бывают споры такие, кто первый все-таки создал радио? Да, они разные бывают. Вот. Как это вы думаете, не споры даже. Примерно сколько насчитывает этих изобретателей? Разминка это просто речевая. Ну там два было, второго два, я, да, сейчас не помню. Какой, да. Попов. Американ, мы даже фамилию не вспоминаем. Ну мы вспомнили раз и забыли, и все. Ну да, в Википедии так. Вообще, на самом деле, друзья, стоит это как для справки найти, таких, получается, изобретателей, кто мог бы создать радио, насчитывается около 12 человек, представляете? Мог то есть бы, споры могут быть действительно затянуться надолго. Это, конечно, неизвестно, но думаю, в любом случае они запатентовали. Срочно нужно мне скороговорку сейчас прочитать.
Вообще, на самом деле, еще мы хотели похвастаться перед нами. У нас вот есть вот такие вот наушнички. Возможно, вы хотите себя послушать, попробовать. Не хотите? Откуда у вас такое? Да. Чудо. На самом деле, вот подарки. Подарки все-таки. Вот, смотрите, последние технологии, судя по всему, тогда, на тот момент были. Ну, кстати, друзья, достаточно удобные. Главное, в этот момент в розетку вставлять. USB Type-C. Сразу начинается лицевая разминка, да, когда вставляешь. Здравствуйте, с вами Евген Живучий со своей постоянной рубрикой. Порою долгими таежными вечерами мне становится грустно и одиноко. И на этот случай у меня есть свой DIY. И сегодня я вам покажу, как из ничего можно сделать радиоприемник. И для этого нам понадобится пищевая фольга. Фольгу мы сложили определенным образом, тем самым получили радиоприемник. А сейчас проверим, получится ли у меня поймать мою любимую станцию авторадио. И мой вам ответ – ни хрена. Лучше послушать обычный радиоприемник. Каков был ваш первый эфир? Это, я думаю, незабываемые впечатления. Больше коллегу. Я помню, что прямые были. Ноги у меня под столом танцевали тарантеллу. Просто отдельно от меня жили, при этом все сверху было каменное, естественно, дикция, все четко, но помню, ноги танцевали ужасно. Самое главное во время первого эфира, если ты там запнулся или какую-то ошибку допустил, ни в коем случае не думать об этом. Потому что как только ты подумал, все, эфир валится. Ну, ужасное состояние. Я видел много начинающих радиоведущих, которые именно попадали в такой капкан. Блин, зрелище, конечно, не для слабонервных. Клим говорил, что видел таких людей, у которых действительно какие-то казусы происходили, да? Ну, абсолютно. В вашем личном опыте происходили ли эти казусы? Конечно. Расскажите о них, мне кажется, это очень забавная история. Или это секретная информация? Да нет, почему? Ну вот, расскажу коротенький из последних. Работал я на милицейской волне, и, значит, слоган милицейской волны – «Милицейская волна, все в порядке». Я вел новости, и между блоками новостей у нас шла отбивочка такая в виде фотоаппарата, щелкал. Ну и диджей у меня забыл поменять эту отбивку, и оставил вот эту... вот этот джингл. И в итоге получилось, я рассказывал про коррупцию, про каких-то чиновников, которым там светит ого-го сколько теперь. И завершая новость, и после этого идет джингл «Милицейская волна, все в порядке». Диджей у меня просто сразу со стула упал. Мне пришлось крепиться, потому что у меня еще полвыпуска впереди. У меня дело в том, что да, тут уже я работал диджеем, у меня было двое ведущих, я им помогал периодически вести программу. Ну, как говорится, это на подхвате, что называется. А они меня всегда слышали в наушнике, то есть, ну, реклама сейчас начнется, об этом их предупреждал и так далее. Но самое главное, в наушниках они меня слышали, как будто я с ними в эфире. Все, как будто я с ними в эфире. И в итоге фейдер я свой, для знающих людей, они меня поймут, не вывел. И мы с ними обсуждали первое вождение автомобиля. Я ездил на КамАЗе, это было мне там буквально лет 7, наверное, 8. И, соответственно, рассказывал я минут 5 им о том, как мы ездили на КамАЗе, пока радиослушатели не стали нам присылать смс-сообщение, что у вас там творится в эфире, потому что игра шла, скажем так, в одни ворота. Ребята-то, они меня слышат всю эту историю и, ну, и спрашивают, и что там дальше, Клим? Уже подбежал программный директор, и микрофон-то включили свой. И я начинаю рассказывать им по второму кругу всю эту историю, потому что предложили мне всем рассказать теперь эту историю, а не только ведущим. В общем, был такой случай забавный. То у вас часто такое встречается вообще, чтобы новости такие трудные были в произношении? А когда это используется профессионально, инженерно, что-то такое сложное, такие. Или название вулкана. Я фьят, я от лукуды помню. Болезнь была для всех радиоведущих, когда он там полыхал здорово. И как вы справляетесь с этим? То есть, очевидно, что за 5 минут до начала эфира это трудно запомнить. Выпуск, конечно, готовится заранее. Проговариваешь, стараешься. Да, темы-то все-таки они проговариваются, они готовятся, то есть информация. Бессонные ночи. Открою секрет, я такие страшные слова себе по слогам пишу. Сразу быстро читается и легко.
Возьмем себе на заметку. Обязательно. Отлично. На самом деле мы еще для вас подготовили такое небольшое испытание. Из-под каждого пригорка, из-под выпер-пер-пер-да. Здесь, на вот этих листочках замечательных, написаны легендарные, искусственно сконструированные слова, которые, ну, достаточно трудно выговорить, вот, казалось бы. Зряченью хослышащий. Зряченью хослышащий — это вообще шикарное. Придуманное слово из 17 неповторяющихся букв. Образованное как антоним к слову слепоглухонемой. Это, по-моему, самое легкое слово. Я, может, сразу перечислю эти слова. Да, так и нужно. Так. Автомото, вело, фото, телерадиомонтер. Автомото, вело, фото, телерадиомонтер монтерами. Автомото, вело, фото, бричка, тракторный. Зря нюха слышащий. Зряче нюхослышащий. Будем знать теперь его. Слепоглухонемой. И греза блаженствующий. Спросим у Клима во время прямого эфира, что вам попадается такое слово, которое вызывает у вас смех внутри. Как вы пытаетесь побороться с этим? Вот здесь не колоться и как правильно думать о том, что все-таки впереди дальше серьезные новости, и срывать эфир нельзя. А случаи были, да, у меня также... Я работал в службе новостей, такси FM, помню, в Москве. Был случай про стоматолога, женщину, по-моему, в Германии. И, в общем, к ней пришел ее бывший и подлечить зубы. Надеялся на что-то, наверное, хорошее отношение, но в итоге она его накачала, я вот не знаю, этим газом или чем. Он отключился, и она ему вырвала все зубы. Ее лишили лицензии, состоялся суд. Ну, я вкратце обо всем этом рассказывал. Ну, и всплыла вот эта картинка в голове, которую надо сразу отгонять. Я просто представил, как он очнулся без зубов. И начал хохотать. И вот начал, да, у меня где-то это... Ну, постепенно задавливаем такие вещи. Трудно потом сосредоточиться, чтобы продолжить. Конечно. Можно, но вообще это очень смешно, конечно. Во-первых, еще бывает так, что новость... И задает тон и зрителям тоже, и слушателям. Новость смешная, а потом какая-то серьезная. И резко нужно смеяться, да, тут не разрешается. Здесь нужно быть артистической натурой такой, уметь владеть собой. А, ну, как правило, мы же расслабляемся. Да, мы если какие-то и позитивные новости рассказываем, то с каменным лицом. Они так и воспринимаются даже смешнее. Какие у вас любимые треки? И часто ли сходится то, что вот на радио мы слушаем, да, с вами, с вашими любимыми треками? Вот? Плакат радиодиджеев. Он 80-е любит. Любишь слушать музыку, сиди и слушай дома. То есть в этом плане, да, приходится музыку воспринимать как фоном. Но, да, иногда. Я, допустим, когда стал работать на разных радиостанциях, соответственно, формат был разный. То есть мне понравилось что-то из голдов, что-то из современного, что-то там из металла даже. В общем, разноплановый я по музыке человек стал. Единственное, не нравилась мне эта жесткая ротация, конечно. Это когда песня играет за одну смену там по 2-3 раза, просто и ты приходишь, она опять тут стоит у тебя в плейлисте. Все, это начинает ты сводить с ума. Уже не да, я помню, такая была песня в 2000-х, Ингрид, то есть Футур. И вот я ее называл песней оловянных солдатиков. Тут. Это был просто сумасшедший такой этот. Гимна на оловянных солдатик. Ну что ж, на такой ноте давайте перейдем ко второму испытанию. Пусть прошлое раскрошится волною о причал. Мы вспомним все хорошее, забудем про печаль. Мчалась юность бедная за даль туманных звезд. И за любовь последнюю я поднимаю тост. Выпьем за любовь. Как блестят сейчас твои глаза. Я сейчас буду прочитывать, скорее так это правильнее назвать, строки из знаменитых песен, которые, ну, в принципе, в свое время покорили радио. Ваша задача угадать, что это за песня. Это в основном, да, вот Олег у нас спец, он у нас очень хорошо запоминает. Пою иногда. Да, поет. Танцую даже.
Ну, пока подожди. Что-то сейчас, да, сейчас, в принципе, будет проще. Готовы? Да, абсолютно. Поехали. Она любит пугливую речь, аппликацию леса в реке вертикальной, ее почерк машинный, наскальный, ее профиль, как сон тишины. Ну, как блок прочел. Вот вертится на языке, не могу вспомнить. 50 на 50, подсказка другу, что используете любую. Корни? Правильно. Аплодисменты. Ну, давно я корни не слушал. Да они сами себя, наверное, это точно. Следующее. Ее ноги никогда не кончались. Ее зубы от луны отражались. Такой вот за душу берущие строки. Это как мумитроль какой-нибудь. То есть вот у них я сейчас подобный подумал, текст. Хорошо, что я это во время эфиров тексты песен не слушаюсь. Я думаю, это одна из тех песен, которые вы слушаете как фон, скорее. А еще раз можно? Конечно. Ее ноги никогда не кончались. Ее зубы от луны отражались. Прям... Мне почему-то кажется мальчишник. Там еще это можно привязать несколько пазлов. Сдаетесь? Сдаемся. Сергей Зверев. Ну вы прям бьете кнутом нас. Вот так вот. У нас как-то, слава богу, его творчество. У вас, наверное, автоматически автоблок уже встает. Все, вы не слушаете. Ну что ж, следующая песня. А у неба нету дна, как билетов нет в кино. Иванушки Интернешнл. Иванушки Интернешнл. Ну вообще на самом деле это фабрика, но все равно давайте фабрику. Это одно и то же, да? Ну да, далеко ушли. Итак, под домом было метро, она играла в кино. Как это было давно, две фишки от домино, я яблоки ела. Вот такие вот рифмованные строчки в конце. Про яблоки это многоточие. Так. Подсказки. Это с телевидения прямым потоком постоянно. Ну, тоже фабрикант какие-то, я помню, я только не помню, как эта группа. Три девочки. Не, не сливки. Вы как-то, я не знаю, более современные, что ли, бы использовали. Какие-то... Да, это... Вы совсем по граням пошли. Если смотреть итоговую передачу с Дмитрием Киселевым, вот одним словом можно назвать, и это будет название этой группы. Сейчас, да, вообще завуалировано. Давайте как пропаганда. Да, вот, вот, пропаганда, да, я вспомнил. Да, пропаганда. Это знакомство, ах, да. Не, на самом деле, потому крутил, что да. Я помню, крутил эту песню. В основном было это «Я рисую белым мелом». Белым мелом, да, вот эта песня. Ну, вообще, все равно были ну, песни, про яблоки поэтому... я... Вы просто Виталия не мучаете, он тоже из другой вселенной, а поскольку треки составляла Надежда, ей 36, так что понятно, где поэтому вот вопрос, да, вот. Ну, ладно. То ли это ветерок, мои губы колышет. Дискотека аварии. Аплодисменты прям сразу. Ну что ж, осталось совсем немного. Он рекою станет и земли не станет. Ты не играй со мной. И глаза, и губы завязали туго, мы ниточкой одна. Олег, к тебе. Вообще даже не узнаю. Может, немного мелодики добавим? Пропеть? Надя, перед студией. Ну, давайте я попробую, я правда не знаю. Он рекою станет, и земли не станет. Ты не играй со мной. И глаза, и губы завязали туго. Мы ниточкой одной. Вам как-нибудь помогло это? Давайте честно. По-моему, сложнее стало. Ну ладно, не будет долго. Это Жасмин. Не говори мне. Понятно. Итак, первый раз не в счет. Ты не виновата. Тает и течет сахарная вата. Громко закричу, это не припадки. Я к тебе лечу, лежа на лопатках. Дверь. Все, аплодисменты. Кто не знает эту легендарную песню? Ладно, хорошо. Бывало ли, что на авторадио были местные исполнители нашей Саратовской области, вот скажем так?
Насколько я помню, вот я пока работаю на авторадио, при мне не было, но я слышал, что да, были какие-то вещи рок-музыки. Ребята, точно не могу сказать, кто ставил. Ну да, у нас есть, соответственно, программный музыкальный редактор, который отслушивает вещи. И можно с ними договориться, если по формату все очень. То есть шансы есть? Есть, конечно, почему отлично. Нет? Мы за продвижение музыкантов. Да, любые идеи, они вообще, в принципе, оговариваются и имеют место им в жизни. Главное, чтобы это хорошо было сделано. Это как бы слова с перспективы или вот это «все будет хорошо, не волнуйся, потом не дозвонишься». Нет, будем надеяться, что это с перспективы своему руководителю. Мы просто как бы изложим пожелания, скажем, вот слушателям, ну, да, скажем, что есть да, возможность, желание подобного вот продвижения, скажем так. Когда ваша песня будет стоять между там, Чайфами и Стасом Михайловым, нужно соответствовать, держать. Хорошо. Такое возможно на авторадио. Ну что ж, на самом деле, спасибо вам большое. Это означает, что у нас есть перспективы, я имею в виду нас, это, то есть у местных музыкантов, которые, в принципе, могут дойти до Михайлова, Стаса. Вот. У нас прямо сейчас находятся наши музыкальные гости. Это группа любителей этого дела. Поаплодируем. И вот, можете ли вы представить их, вот как вы это делаете в эфире? Вы смотрите «Балаковский репортер». В эфире уже прям следом за нами будет группа LED, город Саратов. Любители этого дела. И рока. Отлично. Ну что ж, именно на такой замечательной ноте я бы хотел поблагодарить вас. Спасибо вам большое за то, что вы пришли. Это было замечательно с вами вести беседу, увидеть вас. Тоже все-таки радует нас в поездках и в дальних путешествиях, друзья. Ну что ж, а с вами было шоу 1762. До новых встреч. Спасибо. Пока. Самолетик бумажный, лихой, отважный. Самолетик бумажный, лихой, отважный. Самолетик бумажный, важный. На бумаге важное пишут греки, чтоб пошли по воде. Везде человеки, чтоб пошли по воде. Везде человеки, чтоб пошли по воде. Чтоб пошли человеки, чтоб пошли человеки, чтоб пошли человеки, чтоб пошли. Человеки, чумареги, чебуреки, колбаса за красивые глаза. Самолета ансамбль играет самбу. Самолета ансамбль играет самбу. Самолета ансамбль играет самбу. Самолета сам самбу. Самолета ансамбль играет самбу. Самолета ансамбль играет самбу. Самолета ансамбль играет самбу. Самолета сам самбу. Самолет, самолет, помоги мне. Люди делают лед, люди гибнут. Подними меня над обрывом. Научи людей плакать по рыбам. Ты даешь мне все, чтоб не стало красть. Я так отцепи им по винту по счастью. Цепи им по винту по счастью. Так отцепь.
хватает лени. Он на небе лежит, приклеит дыр, а внизу пароходы ходят, а машины машут, а водилы ходят. Пароходы ходят, а машины машут, а водилы ходят. Самолеты, а машины машут, а водилы ходят. Пароходы ходят. Самолета ансамбль играет самбу самолета, сам самбу. Самолета ансамбль играет самбу самолета, ансамбль играет самбу самолета, ансамбль играет самбу самолета, сам самбу. На борту самолета чайки, личинки в глазах отчаянных. Все умеют играть и не падать, все умеют летать и не плакать. И не падать, и не падать. Все умеют играть, и не падать. И не падать, и не падать. Все умеют играть. И не плакать, и не плакать. Только цепи им по винту по счастью. И не плакать, и не плакать. Только цепи им. Самолета ансамбль играет самбу, самолета ансамбль играет самбу, самолета ансамбль играет самбу самолета, сам самбу. Самолета ансамбль играет самбу, самолета ансамбль играет самбу, самолета ансамбль играет самбу самолета, сам самбу.